В Алматы стартовал второй этап акции «Зеленый двор», цель которой заключается в раздаче жителям города саженцев различных пород деревьев. Подобным способом управления зеленой экономики планируют привлечь алматинцев к улучшению состояния экосистемы мегаполиса. Саженцы, заказанные в различных питомниках, раздают бесплатно. Подробности у Григория Беденко. Сегодня для многих алматинцев наступил долгожданный день. Им привезли заказанные ранее саженцы лиственных пород деревьев, которые хорошо приживаются в климатических условиях в предгорье Северного Тяньшаня. Это дуб, ясень, сирень и даже экзотические катальпа и сумах. Горожане сразу же приступили к их высадке во дворах своих домов. Мы обрадовались, сделали заявку, и вот сегодня уже приехали. И мы провели вот такую хорошую акцию. Посадили много-много деревьев, кустарников, акации нашей любимой. Увидели объявление, естественно, да, подали заявку. И очень быстро нам как бы отработало управление. Позвонили, перезвонили, предоставили саженцы молодые, которые вот сегодня мы сажаем с большой радостью, чтобы порадовать и наших жильцов, нашего дома, двора. Акцию организовало управление зеленой экономики города. Любой желающий может подать заявку на саженцы той или иной породы на сайте этой организации. Их предоставляют бесплатно. Но при этом участники акции должны подписать гарантийные обязательства об уходе за посаженными деревьями в течение 2 лет. Кроме того, необходимо прикрепить к заявке фотографию локации, где планируется разместить саженцы. Сама акция длится в период посадочного сезона, это обычно 2-2,5 месяца. И вот летом, то есть сейчас, да, весенний период, мы сажаем до конца апреля, пока нам позволяет погода и пока дерево не проснулось. А в осенний период это обычно идет где-то с сентября по ноябрь, поэтому мы хотим продолжить эту акцию, потому что мы видим, насколько люди откликаются. И весной мы тоже будем сажать деревья. В управлении зеленой экономики ожидали, что на втором этапе акции алматинцы закажут не более 1000 саженцев. Однако количество заявок было в 2 раза больше. Только за один день раздали 500 деревьев. Следует отметить, что акция «Зеленый двор» – это часть большой программы по улучшению экологической среды мегаполиса под названием «Жасыл Алматы». Она предусматривает высадку на территории города более 1 000 000 деревьев. 350 тысяч уже посажены в этом году. Григорий Беденко, Нурдаулет Джаксыбаев, Алматы, Хабар 24.